Итак, у вас было задание написать письмо кумиру, вашему личному герою. Мисс Майлз, а кому написали вы? Антону Винсенту. Диктатору? Вы нашли улики в их компьютерах, верно? Сэр, но у них нет компьютера. А как же вы тогда узнали, что они предатели? Вы нам так сказали, сэр. Огонь! Обожаю его стиль. Дорогая Татьяна, ваши письма пролили бальзам на мои душевные раны. Группа мятежников хочет меня обезглавить, и мне совершенно некому довериться. Как я тебя понимаю? Моя мать завела интрижку с ее мерзким боссом-извращенцем. В школе заправляют девицы, называющие себя шлюховодами. Еще и мой парень религиозный фанатик. Прости, не знаю, что со мной. Кайся! 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 Наверное, ты единственный, кто меня понимает. Коммунист-диктатор Антон Винсент был свергнут и бесследно исчез. Эй! А ты моложе, чем я думал. А ты старше. Я хочу остаться здесь. Ладно, но ты должен преобразиться. Вот это мое. Спокойно, я все объясню. Никакой он не старый педофил, он диктатор. Он политический беженец, абсолютно безобидный. Он ужасный человек. Антон, нет! Это же наш историк! Зачем ты пытаешь его молоком? О, простите, по инерции вышло. У тебя есть сила, но ты не знаешь, как ей управлять. Легко тебе говорить. Повстанец не сдается. Повстанец атакует. Улучи момент и нанеси всем недругам решающий удар. Торчащие стринги! Опиум для народа! Найди в себе смелость сделать то, во что веришь, даже если от этого страдают близкие люди. Выходите с поднятыми руками! Я горжусь тобой. Почему? Ты стала повстанцем.